Столичные студенты и школьники попробовали себя в роли делегатов стран-членов Организации Объединенных Наций. В Астане прошла так называемая модель ООН, которая представляет собой образовательную симуляцию работы организации. Модель Организации Объединенных Наций помогает совершенствовать демократические стандарты и лидерские навыки молодежи. Это также улучшает навыки публичных выступлений. Именно поэтому фонд ЕЛ-УМТ в настоящее время организует масштабную модель ООН совместно со студенческим клубом ООН университета Максута Нарикбаева в Астане. Участники поделились на 5 комитетов, по примеру, реально существующих в организации. Среди них Генеральная ассамблея, Совет безопасности и ООН «Женщины». Делегаты заранее подготовились к выступлениям по актуальным темам, в том числе по водным ресурсам в Европе, контролю за искусственным интеллектом и другим. В мероприятии приняли участие 120 учеников из 10 школ и студентов 4 вузов. Конференция прошла при поддержке фонда ЕЛ-УМТ совместно с клубом ООН при Максут Нарикбаев University. Специальность международные отношения является социальной наукой. И нам, как будущим специалистам, будущим дипломатам, важно уметь правильно внедрять наши теоретические знания на практике. Тем самым мы, благодаря модели ООН, данным симуляциям, можем наши теоретические знания внедрить на практику.